Лето – время напряженной работы не только для аграриев, но и для строителей. Хорошая погода благоприятствует проведению капитальных и текущих ремонтов социальных и спортивных объектов. О том, какие работы уже проводятся, а что планируется сделать, смотрите в следующем материале выпуска. Глава Славянского района Роман Синеговский провел выездную строительную планерку, в рамках которой посетил спортивные объекты, где уже ведутся или планируются в будущем строительные и ремонтные работы. В микрорайоне Кубриз в этом году приступили к реконструкции стадиона, который очень востребован у жителей, особенно у детворы. Все с третьей школы? Да. Да. Все, сейчас сделаем стадион, сделаем. Нормально будет тема? Да. Все, давайте, ребята. В рамках реконструкции стадиона будут сделаны беговые дорожки с хорошим безопасным покрытием, трибуны, благоустроят прилегающую территорию. К весне следующего года планируется построить новую детскую площадку, сделать хорошее освещение. В микрорайоне Кубриз проживает более 5000 человек, и обновленный стадион должен стать местом семейного отдыха, где для каждого, независимо от возраста, найдется занятие по душе. Спасибо поддержке губернатора Вениамина Кондратьева, Юрия Александровича Бурлачка. Выделены деньги краевые. На сегодняшний день работы начаты. Значит, сделали дорожку для жителей, чтобы можно было скандинавской ходьбой заниматься. Сейчас подготовим само поле стадиона. Также запланировали в этом году сделать вон на той площадке, установить дополнительные тренажеры. Ну и плюсом есть желание сделать здесь хорошую детскую площадку, потому что мы сегодня приветствуем семейный отдых, где совместно родители приходят, дети приходят, чтобы была возможность заниматься и у маленьких детей, и у больших детей. Соответственно, поддерживаем в хорошем состоянии вот площадка, которая есть. В планах администрации района провести реконструкцию городского стадиона. Уже разработана дорожная карта предстоящих работ. Все внесенные в ходе обсуждения предложения и уточнения будут внесены в итоговый проект. В первую очередь планируется провести замену резинового покрытия на беговых дорожках, которое уже частично пришло в негодность. Также будет отремонтирована зона трибун и завершены работы на турполосе, которая уже построена за стадионом. На турполосе мы хотим на той стороне сделать там три ряда трибун, накрытым навесом, допустим, если такая погода, чтобы было где вещи положить, идея та самая. Слушай, вот. А с той стороны правильно, ты знаешь, мы никогда не соберем столько вещи. Романович, там будет тренировочный процесс постоянно, плюс соревнования мы проводить будем. В Славянском районе одна из сильнейших школ в крае по спортивному туризму. И новая турполоса станет прекрасной площадкой для тренировок наших спортсменов. Здесь будет сделано освещение, установят видеонаблюдение, территорию выровняют и сделают специальное покрытие. Еще один объект, который посетил глава района в рамках рабочей поездки – стадион поселка Совхозного. Он также нуждается в реконструкции. Не так давно здесь было сделано современное хорошее освещение. Сейчас решается вопрос о замене покрытия самого стадиона – установки дополнительных трибун. Все предложения по дальнейшему развитию стадиона будут внимательно изучены и проработаны, по итогам которых будет решаться вопрос с финансированием намеченных работ. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».